Хей-хей-хей, с вами Слэйр, и я расскажу, как бороться с MX-50 Porsche 155. Это очень неприятная ПТ-шка, и поэтому вы должны знать, как с ней бороться. Во-первых, можно пострелять в нижний бронелист, он, конечно, небольшой, плюс дикий наклон, но там всего 80 мм, и урон проходит. Также можно пострелять в эту башенку, там тоже 80 мм. Центральная часть практически не имеет наклона, но могут быть рикошеты, если попадет влево или вправо. И можно пострелять вот в эту радарную штуку. Но если раньше радарная штука вся была в коллижен модели, то теперь только центральную часть имеет смысл стрелять. Там 180 мм. Наклон есть, но не сильный. А чтобы разобрать Фоша, я рекомендую сделать следующее. Во-первых, посадить его на гуслю. Это можно сделать через передний или задний каток. Причем с уроном. А дальше уже разбирать его в борта или корму. Там везде 50 мм. И тогда Фош уже вам будет не страшен. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И удачи вам в борьбе с Фошами.